Еще несколько лет назад Лера Кудрявцева, не глядя, проходила мимо Сергея Лазарева. Она и представить себе не могла, что однажды пойдет с этим парнем под венец. Церемония бракосочетания состоялась прямо на сцене Олимпийского во время премии Муз-ТВ. А сама Ксения Собчак исполняла в ней то ли роль священника, то ли работницы ЗАГСа. На премии Муз-ТВ Сергей Лазарев исполняет песню «Lost Without Your Love», что в переводе значит «Потерянный без твоей любви». Он еще не подозревает, что эта премия перевернет всю его жизнь. Сначала он получит заветную тарелочку за лучший альбом. Сергей Лазарев! А чуть позже «Потерянным» его уж точно больше никто назвать не сможет. В прямом эфире «Муза» тарелочно-носный певец женится на своей любви – Лере Кудрявцевой. Сначала все это выглядит как шутка, но когда приносят кольца и фату, Лазарев понимает – допелся. Готов ли ты, Сергей Лазарев, взять в жены прекрасную Леру Кудрявцеву? Не обещался ли другой? Да, готов! Мы долго думали и ничего лучшего не придумали, мне чем кажется, да, ни на заявить что не попадают, просто об этом. Гостей много. Да, и сразу все знают. А так вот это приглашение рассылать каждому, отзванивать. Все, все услышали, кому надо. Кто услышал, тот пришел. Ну какая свадьба без всеми любимого? Горько! Весь зал скандирует, молодожены целуются. Раз, два, три, четыре, пять! У нас артисты там как бы парами там многие, там сказать так, но они молодцы, что они, так сказать, это все сыграли очень здорово. Наконец-таки Лера, в общем-то, хомутала Сережку, мне кажется, правильно сделала, молодец, давно пора. Я поздравляю тебя, Сергей, а как ее имя? Сергей, Лера. Нет, как ее зовут? Лера, поздравляю тебя, я тоже недавно женился, я надеюсь, у вас будет замечательная жизнь. Я объявляю Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву мужем и женой на премии Муз-ТВ! Все звезды счастливы за Лазарева и Леру. Только вот участницы проекта «Топ-модель по-русски» обеспокоены. Оказывается, среди них есть поклонницы некогда холостого Сережи. Ну что, женились и женились. И хрен с ними. Одним женихом меньше. Лиза? А как же Лиза? Я обожаю его. А я Леру. Мне так жалко вообще. Но вовремя подоспевшая Лера уводит мужа из поля зрения прелестных красавиц. Вы, конечно, красавица, но до Леры вам еще далеко. Поскольку Ксения не священник и не сотрудник ЗАГСа, то еще надо будет проверить, женился ли Сергей на самом деле. На автопати премии только и разговоров, что о свадьбах. Теперь, мол, на 10-й юбилейной церемонии в следующем году должен жениться Билан. Но пока не все еще переварили новость о Лазареве и Лере. И некоторые фанатки готовы падать Сергею в ноги, чтобы он одумался. Артем Шалимов, Михаил Осинин, про новости.